Мультиварка позволяет хорошо проварить кашу, распарить ее и сделать просто неповторимой, причем это касается как каши с крупы, так и овощных, в нашем случае из гороха, да еще и с мясом, пробуйте. Аппетитное и богатое белками блюдо, слегка обжарьте кусочки мяса в мультиварке, затем добавьте луки и морковь и пожарьте вместе еще некоторое время, затем добавьте горох, соль и специи по вкусу и залейте водой на палец выше уровня гороха, закройте крышку и готовьте в режиме приготовления каши 50 минут, по истечении времени перемешайте гороховую кашу в мультиварке, разложите по порциям и подайте на стол, приятного аппетита! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Мясо помойте и нарежьте кусочками, лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Промойте горох. Кусочки мяса обжарьте в течение 10 минут в чаше мультиварки, затем добавьте овощи и жарьте еще 10 минут. Затем добавьте горох, соль и специи по вкусу и залейте водой на палец выше уровня гороха. Закройте крышку и тушите 50 минут, по истечении времени перемешайте кашу в мультиварке, разложите по порциям и подайте на стол. Жду ваших лайков и комментариев. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Горох, 500 грамм. Куриное мясо, 400 грамм. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Растительное масло, 1 столовая ложка. Соль, специи, по вкусу. Количество порций, 4. Щелчок, клик. Нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Еще увидимся.